Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня сделаем обзор на экшн-камеру под названием HDR AS300. Распакуем ее, покажу вам, как она выглядит, и сделаем видеотесты. Тесты буду проводить в 25 кадров, 50 кадров с включенной стабилизацией. Напоминаю, в этой камере присутствует как оптическая, так и цифровая стабилизация. Ну и поснимаю, покажу, как она ведет себя в тех или иных условиях, так что смотрите и не переключайтесь. Также буду проводить сравнение с экшн-камерой под названием UE4K+, и использовать Samsung Galaxy A5 17 года. Вот, друзья, вот такая вот камера, всеми известная, брендовая. Единственные недостатки, пока я вычислил, это дорогие аксессуары на нее. Почему я не взял X3000? Да и не вижу смысла переплачивать лишние деньги за то, что будет снимать она в 4К, и плюс не каждый компьютер сможет обработать эти видеоролики. Сейчас мы будем уже проводить видеотест. Освещенность у нас хорошая, неплохая. Ну и будем проводить тесты. Буду в левом углу экрана вам писать, в каком формате я веду съемку. Ну и с включенной или отключенной стабилизацией. Сейчас мы будем переключаться на Samsung Galaxy A5. Ну и по экрану на телефоне я вижу, что картинка немного трясется. Ну а сейчас, друзья, мы снимаем на UE4K+. У нас Full HD. 1080 и 60 FPS. Здесь включена электронная стабилизация. Так, друзья, снимаем сейчас на Sony AS300. Стабилизация у нас включена как оптическая, так и цифровая. 50 кадров в секунду. Full HD. Идем обычным медленным шагом. Ребята, а сейчас мы немножко пробежимся. Снимаем мы сейчас на Samsung Galaxy A5. Вот так он снимает. Ветер у нас дует прям в лицо и в камеру. Мы немножко пробежимся. Снимаем мы сейчас на Samsung Galaxy A5. Вот так он снимает. Ветер у нас дует прям в лицо. Сейчас мы, ребята, снимаем на Sony AS300. Также бежим. Ребята, а сейчас мы немножко пробежимся. Снимаем мы сейчас на Samsung Galaxy A5. Вот так он снимает. Ветер у нас дует прям в лицо и в камеру. Сейчас мы, ребята, снимаем на Sony AS300. Также бежим. Здесь формат съемки в 50 кадров в секунду. Ну и третья камера у нас UE4K+. Сейчас мы включили функцию подавления ветра на Sony AS300. Ну как бы разницу вы, я думаю, услышите в звуке. Также показываем сейчас на UE4K+. Подавление ветра у нас включено, и чувствительность микрофона у нас низкая. Сейчас мы включили функцию подавления ветра на Sony AS300. Ну, как бы разницу вы, я думаю, услышите в звуке. Также показываем сейчас на UE4K+. Подавление ветра у нас включено, и чувствительность микрофона у нас низкая. Ребята, сейчас я на камере включил только цифровую стабилизацию. То есть идем обычным шагом, снимаем природу. Также посмотрим, как работает камера на засветы, то есть на солнце. Также пробежимся только с цифровой стабилизацией. Сейчас я, друзья, включил активный режим, то есть цифровая плюс оптическая стабилизация. Поснимаем также на засветы.
Сейчас, друзья, мы снимаем, шумоподавление отключено. Ну и идем обычным шагом. Все по новому. Сейчас, друзья, мы снимаем, шумоподавление отключено. Ну и идем обычным шагом. Так, друзья, снимает она с руки. Вы сейчас увидите самый широкий угол обзора на этой камере. Сзади у нас солнце. Вот так происходят засветы. Напоминаю, у меня стоит уже поролон под защитным стеклом. То есть ветер будет менее слышен. Ну и плюс чувствительность микрофона заметно падает, чем без ветрозащиты. Ребята, сейчас на Sony включили средний ракурс, то есть можете посмотреть, как снимает в данном режиме камера. Также на UE 4K+, у нас средний угол обзора. Можем поснимать, посмотреть. Ребята, сейчас включили узкий угол обзора. Снимаем происходящее вокруг камеры. Также на UE 4K+, у нас включен узкий угол обзора. Ребята, сейчас я прицепил монопод. Вот так выглядит ракурс съемки с монопода. Солнце в глаза, немного щурюсь, но ничего страшного. Сейчас мы идем, снимаем. Достоинством монопода является петля, в которую можно продеть кисть. И вы будете не переживать за безопасность вашей камеры, что она может упасть. Везде нужно искать свои плюсы и минусы. Ну а сейчас поснимаем немного пейзажи. Освещение у нас хорошее. Погода солнечная, яркая. Что хочу сказать по поводу камеры, стоит ли ее покупать в 2019 году? Я думаю, стоит для тех людей, которые хотят развивать свой канал. Что касается съемок экшена, я думаю, что эта камера будет подходить лучше для блогов и меньше активных сцен, то есть прыжки, скачки, падения. Здесь присутствует механическая стабилизация, то есть линза механически вращается вокруг оси, и поэтому ей нужно меньше давать всяких встрясок. Вот так выглядит камера, когда снимаю в руки. Ну, обтекаемость, конечно, интересная. Простота и удобность на высшем уровне. Также с руки вы можете услышать сейчас качество микрофона. Стабилизация, напоминаю, сейчас у меня включенная активная, оптическая плюс цифровая. Ребята, хотел добавить о недостатках приложения, которое я скачал с Play Market. Минут где-то 40 разбирался, как подсоединиться к камере. Сделали такую хорошую камеру по качеству видеосъемки, но приложение не могли доработать. Как бы по отзывам я почитал, люди жалуются очень сильно на это приложение, потому что практически не каждый сможет подключиться. Надо включать Bluetooth, выключать Bluetooth, включать Wi-Fi, отсоединяться от своей сети Wi-Fi. То есть есть свои недостатки. Ну,
посидев, покопавшись в интернете, я минут через 30, у меня получилось подключиться к этой камере через телефон. Это еще один недостаток. Первое — это аксессуары дорогие, второе — это приложение. Ну и монохромный дисплей. Уже как бы 21 век на дворе, а со временем, может быть, и выпустят какое-то обновление для камеры. Ну а пока будем довольствоваться тем, что у нас есть. Еще один, третий недостаток из самых основных я заметил, что нереально удалить и просмотреть видеоролик будет на камере без сторонних гаджетов. То есть, будто это первое. Как он называется? Экран нет, как же что? Ну вот. Дополнительный экран? Да нет. Ну понял. На руку одеваешь, да, как? Радуга. Радуга. Левая нога, правая нога, красный флаг. Красный, черный, зеленый. Черный, желтый, зеленый. Солнце. Красный флаг. Красный, черный, желтый, зеленый, солнце, да? Я понял. Сейчас. Ну он экран называется. Нужно использовать либо смартфон, либо пульт с экраном, который стоит бешеных денег. То есть вы цепляете его на руку и можете в онлайне просматривать, что на самом деле вы снимаете. То есть это еще один как бы недостаток этой камеры. Единственное, что мне понравилось по отзывам, это звук. Звук на этой камере. Ну и плюс качество съемки. А остальное, я думаю, все хотят смотреть качественные и интересные видео. И плюс хорошую картинку. Как всегда, с вас комментарии под этим видеороликом. Сравните качество этих камер. Также я рассказал вам небольшую сравнительную характеристику и сравнил с EUI 4K Plus плюс Samsung. Я думаю, разница будет заметна. Поэтому с вас комментарии. Ну а с меня хорошие видео. С вами был на канале Виконста. До новых встреч. Пока-пока.